Летний зной продолжает набирать обороты. В России уже установлен 31 температурный рекорд в разных городах. Саровчан Иль тоже встретил аномальной жарой. Из-за обширного антициклона днем температура достигает 33 градусов, а ночью 23. И сегодня мы узнаем у саровчан, как они справляются с жарой. Я стараюсь быть побольше дома. Если выхожу на улицу, то надеваю не теплые вещи, легкие. Там шорты, топы, футболки. С водой. Наполняю бутылочку воды и прыску на себя. Вот так вот справляюсь. Ну, не знаю. Ну, просто иногда домой пить это заходим каждый раз. Ну, мы всегда можем брать полотенце, воды и все может другое до лета. Не знаю, привычка скорее. В прошлом году ездил в Сочи, там примерно такой же климат был, поэтому для меня это уже скорее привычно. Ну, я в основном просто дома сижу. Когда выхожу, мороженое купить. Надо много пить воды и заниматься спортом регулярно. Вот. Ну и хорошо питаться, я думаю, тоже. Фрукты, орехи и так далее и тому подобное. Это очень комфортная для меня эта погода. А на работе у нас кондиционер, конечно. Для работы требуются более такие условия. Мороженое – это замечательно. Но нет, потому что, ну, работа – это работа.